поехали, две синие ведерки, я Федорову пообещал, что мы выйдем без синих ведерок. Ты можешь видеть, ни одной синей ведерки нет, за исключением вот этого стакана, который стоит у меня на панели, вот здесь вот. Тем не менее, как вы можете видеть, ни одна из машин, кроме там некоторых у нас, не имеет, в принципе, вообще не имеет синих ведер. Тем не менее, нас установили, мы не знаем, что происходит. Машина ППС просто перегородила нам путь. Вот. Но все вопросы, как говорят, к службе ГУВД. На самом деле, милиция опять в очередной раз показывает себя не с лучшей стороны. Все-таки Санкт-Петербург – культурная столица нашего города. И я напоминаю сотрудникам, что в одной из аварий с персонами, это уже по ходу дела, погиб также сотрудник ДПС. Несмотря на это, мы совершенно не понимаем, почему милиция так злобствует по отношению к нам. И почему таким образом она себя выступает. Понятно, что это какая-то некая акция устрашения, что все, что нами ими не разрешено, запрещено, решается только любить государство. Значит, любая критика будет сниматься, как я так понимаю, акция экстремизма. Следует так понимать посыл наших властей в лице милиции. Ну что, это грустно, конечно, грустно. Вот. Однако попытки согласовать более-менее, скажем так, акции, направленные на обсуждение политики властей, они встречают серьезное противодействие. Не со стороны, конечно, милиции, но со стороны органов исполнительной власти. Администрация там и прочее, прочее. Что сейчас происходит, совершенно непонятно. Понятное дело, что прессование, демонстрация силы, у кого пистолет, у кого значок, кто-то прав. Собственно говоря, что то же самое нам говорит премьер, сверху то же самое милиция продемонстрирует нам. Конечно, это не ведет к любви, скажем так, милиции, граждан, потому что, смотрите, сколько техники сегодня нагнали для того, чтобы прессовать нас. В то время как в Петербурге, в большом городе, каждую минуту происходит какое-то правонарушение, какое-то преступление. Сегодня мы являемся для них главным, так сказать, источником. Ну что, находимся пока что в машине. Понятно. Совершенно непонятно. Нам ничего пока не предъявляют, просто перегородили путь. Машины без опознавательных каких-либо знаков. Вот. Посмотрим, как дальше будет все это происходить.